Приветы. Как-то мы с вами совсем забыли про такое оружие, как панацеи. Последний видос по ним вообще был практически 3 года назад. Исправляем. Огнеметчиков в последнее время вообще в рандоме практически-то и нет. Но, в принципе, этому способствовало сразу несколько факторов. И один из решающих факторов, на мой взгляд, это был Crossout 2.0, когда машины стали трудноуправляемые с колесами. И вот, когда ты играешь за огнеметчика, тебе нужно хорошо, очень хорошо контролировать свою цель. А многие до сих пор еще не научились хорошо контролировать свой крафт, особенно когда он там с какой-нибудь специфичной динамикой. Не соскакивать, не пролетать мимо врага, вовремя там разгоняться куда надо, а какой уж там разговор про контроль своего врага. Но, так или иначе, мы с вами в рандом сегодня покатаем на 2 крафтах. Одна сборка будет бюджетная, такой минимальный джентльменский набор, так сказать, подогники. Здесь у нас 3 стоковых панацеи, стоковый мор, фиолетовый инвиз, фиолетовый же охладитель и фиолетовая боеукладка. И вторая машина, у которой практически в круг вообще все улучшено. Все кроме БК, но нам, в принципе, и так ее хватит, я думаю. 8300 очков мощи и 11600 соответственно. Вон тоже справа от меня едет огник, но огник с 2 терзателями, такой комбинированный. Не особо, на самом деле, понимаю смысл таких сборок, но если человеку нравится, то чего бы и нет. Ладно, не суть. Так, вот он строго за мной следует. Это на самом деле отвратительно. Погоди, давай-ка сюда. Вышел! Так, ладно, нормально, хорошо. Давай перехватываем этого. Сейчас, у него тут БК. Отлично. БК минус, но, кстати, БК лопнуло так, что я тоже от этого по морде получил. Главное вовремя затормозить, на самом деле. Вовремя оттормозиться и... Блин, все, я в перегреве. И не проскочить мимо врага, не сделать так, чтобы он там ушел куда-то как-то от тебя там или еще что-то. Это реально нифига не просто в текущих реалиях. Так, здесь у нас что? Здесь у нас Энди, а вот там... О, там-то, смотри, зеленое пламя полыхает, тоже огнеметчик есть. Внезапно, я только сказал, что их вроде как не особо и много в рандоме, реально не замечал их прямо в каком-то таком обильном количестве. Давай, мы хорошие, отлично. Челик, назад. Вон, ховер, давай его. Так. Плохо на самом деле, когда в команде 2 огника или 2 милика занимаются одной и той же целью. Это вообще отвратительно. Но этому ховеру я сделать по понятным причинам ничего не смогу. Давай-ка, наверное, сделаем вид, что убегаем, а теперь резко вернемся назад. Хоба! Не ждал! Ну, он этого не ждал, но ему от этого особо тяжелее не стало на самом деле. Да? Давай, Кайдзю, прерви мои страдания. Я знаю, ты можешь. Я знаю, ты хочешь, это самое главное. Приближается ракета. Да чё, кранты мне приближаются, вот чего, а не ракета. А где Эшли? Эшли тем временем фуловая практически катается и захватывает базу врага. Эшли молодец. Результат. 1282 очка, 2 фрага, 1 ассист, топ по команде. Во, как раз тут самый огник. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да не надо, блин, кто там сзади. Так, отлично, этот минус. Посмотри, вот там вот ховер, например, болтается, да? Я ничего ему не сделаю. Это понятное дело. По крайней мере, пока у меня нет гарпуна. Был бы гарпун, там еще, может быть, что-нибудь... Да, простите, пожалуйста, извините. А вот сейчас тоже может, но было бы, но он свалит на воду и правильно сделает. Здравствуй, Пол. Пол, куда ты меня везешь? Мне туда не надо. Он просто решил давить меня вперед. Потому что он может... Так. Давай. Грею. Хреново грею. Сейчас получу. Все, получаю. Блин, огник еще вышел, перегрев. Да, ай. Ну, твою мышь. Ладно, 2 колеса, 1 огнемет. Все, уже ничего не смогу больше, да. Но это было весело и быстро. И смотри, кстати, нам 2-й бой подряд попадаются огники. Погоди, что происходит? Вроде всю последнюю неделю сколько стримил, этих огников днем с огнем не сыщешь. А тут на тебе, уже 2-й бой. Причем по несколько штук. Несколько крафтов с Каталиной было в этом бою, но МВП-шку все равно взял я. 1160 очков. К вопросу о Каталине, пользуясь случаем, так сказать, вот в комментариях до сих пор периодически видел, возникают споры на тему ее имбовости и всего прочего. Кто-то говорит, что Каталина там набрала урон и все, она там начинает просто убивать, выжигать и всему кранты. А кто-то говорит, что пока ты этот урон наберешь, там полгода пройдет, и ты еще попробуй умудрись набрать этот урон. Вот как думаете, на ваш взгляд, будут ее нерфить, не будут ее нерфить? Если будут, то как, что с ней будут делать, когда? Давайте.
форум организуем, так сказать. Кому не влом. А я пока приступаю. Опа, приступаю к тому, чтобы свалить отсюда. Вот к чему я приступаю. Хотя ладно, давай, наверное, цапнем. Не надо. О, да, давай вот так. Ой, хорошо. Правда, я сам по морде немного получил. От того, что поджег боеукладку. Да блин, как тяжело. Так, все нормально, я выехал от этого трупа. Здесь у нас Оливера и Энтони. Давай, ладно, Энтони поможем. Энтони помогли, все, а теперь переключимся на кого-нибудь. Ну, конечно, да, давайте толпой огников долбиться в один фраг. Это ж так здорово, это ж так прекрасно. Вот, из-за того, что, смотри, постоял здесь на полсекунды дольше, потерял инвиз, да ёптыр-тыр. Так, уходим. Не надо, Акстись. А я теперь без инвиза даже от этих ракет не выйду. Блин, ну это как бы все. Давайте еще один бой на этой сборке, а потом перейдем уже на машину пожирнее, посочнее. Так, здесь я, в принципе, смогу их проскочить. Давай-ка мы сразу сделаем, наверное, вот так. Хорошо сделали, прям очень хорошо. Так, выжигаем ему лицо. На самом деле, чтобы Юки отрабатывала мне бы там сзади быть где-то как-то. Хватит меня таранить, ты! Давай. Везем его, надо ехать, надо с ним ехать. У меня стоит радиатор, если я стою на месте, радиатор не так хорошо отрабатывает, как раньше. А ничего, смотри, с огниками-то. Нормально все. 1856 нажгло сразу. Сейчас мы по-быстрому зафармим эту Кайдзю. Кайдзю, привет. Кайдзю, а чего у тебя лицо так быстро отвалилось, блин? Я думал, зацеплюсь и за лицо протащу. Оно у него просто отстегнулось вместе со мной. Это как? Нифига себе, ну ладно. Вот только я сейчас не успею перк Мора накатать к следующей атаке, к следующему тарану, но... А-та-тара-тара-тара. Блин, вы придете? Да, вы придете, давай, приходите. Да вы что такие неудобные? Я понимаю, что меня сзади бьет, но меня на самом деле уже хотя бы одного прожечь. Ну пипец, конечно, раскатали тут, а у нас только Эдвард остался, и мы, кстати, всемером опять были. А Эдвард, ты где, паскуд зеленый, ты застрял. Ах ты, скотина. Эдвард все, короче, приехал. Помогите. Да ладно, не добили даже этого жирного чела, которого я раз успел прожарить, того тоже все равно вылез в топ по команде за эту катку. Пораженец, сколько там? 2142, прекрасно, это топ на две команды. Хорошо, берем машину пожирнее. Сейчас поиграем, посмотрим. Возможно, я у этой тачки оторву один радиатор и поставлю радар-детектор. Либо оторву инвиз и поставлю радар-детектор. Не знаю, там справа пока что инвазия. Поехали ее перехватывать. Блин, слева много страшных снарядов прилетело. А чё ты развернулся-то? Я тебя вообще не просил сюда, не звал поворачиваться. Ты чего? Да, слушай, не так-то прямо и хорошо, и весело пережаривает, да... тихо, я пытаюсь развернуться, я пытаюсь... А все, смотри, пока я разворачивался, миленькие благополучно скоропостижнули два моих огнемета. Но там, понятное дело, кавказы еще постарались, которые стояли, меня просто точно так же фейстанчили, как и я пытался фейстанчить их. А здесь у нас чего? Ага, я понял, ясно, понял, всего доброго. И горящий фаерхайр уносится в закат. Нет, не уносится, бочки догонит. 492 очка, едем дальше. Забавно тогда, первые бои откатал на мелководном крафте, там до 9000 было, и панацеи прямо рвут, очка прямо только в путь, прямо хорошо. Выходишь на 11к, и панацеи такие: «А, мы не можем!» Ну ладно, сейчас посмотрим, как еще следующие бои пойдет, там хотя бы парочку-тройку откатаем. Потом сделаем выводы, погнали. Я, наверное, сразу направо. Ну вот сейчас ага со своим этим пык-пык-пык придумал тут еще. Так, один из врагов там отстал от всех. Давай-ка его, наверное, сразу перехватим, вот этого. Ай, погоди, тоже Кавказ. Подожди меня, Кавказ! Да ты че так резко-то остановился, блин! Я на такую фигню не рассчитывал, если честно. Смогу его пережарить? Не смогу. Смотри, один Кавказ минус. Меня там еще подогрели для него. 1700, 2000, да охренеть ты, какой жирный. Пока я убивал его, мою жопу убивали его союзники. Как бы это ни звучало. Отвали от меня нафиг. Отвали, я сказал. Так, отходим. Все, его там перехватило. Смотри, что осталось от меня после встречи с этим Кавказом. При этом
мне требовалось... Привет. Мне требовалось нормально так напрягаться, чтобы не сдохнуть, там как-то держать его в прицеле, все это. А ему требовалось просто зажать левую кнопку мыши и ждать. 843 очка, второе место. Сара к нам приходит. Здравствуй. Можно я съем твое лицо? Пользуясь случаем, так сказать. Готово. Так, что у меня там? Морда не особо пострадала. Хорошо. Хорошо. Так, у нас там, получается, автопушечки сидят. Не надо, автопушка. Сейчас я к тебе... Да сейчас приеду. Сейчас. Погоди, не уходи никуда только. Иду. Не это самое. Не бубни. Иду. Блин, ну куда ж ты? Он налево убежал там к своим этим, направо, то есть... Он жопой, кстати, побежал на наших. У него все в порядке-то? Эл, автопушка. Я обещал, что приду к тебе. Я к тебе пришел. Вот я. Люби, терпи. Так сказать. Превозмогай. Так, там, наверное, без меня. Воу. Тут не без меня справится. Давай. Сейчас его поймаю. Сейчас. Оп, готово. Зафиксирован, пацан. Да не меня, блин. Куда ты меня двигаешь, ты тупорезный дробовод, ты... Ну ладно, на дробоводов не обижаются. Господи, он вообще не здесь. Полный аут. Ладно, бежим дальше по краю. Вот, наверное, сюда тут вереск жмыхает. Еще такое не происходит. Ага, давай сейчас этого поймаем. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Хоп, здрасте. Здрасте, как делась-те? До свидания. Так, здесь у нас один горящий, один фулл. Ага, вот ты еще какой красивый есть, смотри. Давай-ка ромбом на него подойдем. Погоди, у него там толстячочки, вот теперь можно жарить. Спасибо, что притормозил, на самом деле... Ни хрена. Если бы он не притормозил, мне сейчас было бы труднее его убивать, но он оказался так любезен. Прям вообще капец как. И еще один минус. Три фрага, хорошо. Хорошо. Так, последний на центре, погнали. Пипец от меня какой огрызок остался. Не, смотри, этот последний взял и спрыгнул в пропасть. Ну ладно. Когда ты раз на раз цели ловишь один на один, и этим целям никто не помогает, то да, конечно, все становится хорошо, весело и лучезарно. Но в одно жало против двух уже трудно. Хотя тоже, смотря какая цель. Мы вот встретились с этим, с Кавказом. Первый, по-моему, бой был, да, на этой машине. И пипец, еще от меня осталось. Там, правда, в последние секунды драки с Кавказом меня еще тромбон подогрел, но тем не менее. На таких омах с неапнутым оружием и неапнутыми модулями все равно показалось играть проще, чем на омах повыше, но с апами просто практически в полный круг. В ближайшем будущем мы с вами, скорее всего, вернемся еще к теме Горынычей, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.